Это влог 373. Ну, я записываю влог, ты не знал? Вообще-то... 373 выпуск. Вообще-то первый. Ты что, считаешь? Первый? Ты считаешь? 373. Не хочешь? Всем здравствуйте. Это наша передача «Влоги Папа ТВ». Смотрите, что у нас происходит. Его кто-то обидел. Неужто его обидела природа? Матушка природа. О боже, я падаю. А что случилось, молодой чебурек? С ним что-то не то. Давайте ему поможем. Как? Здравствуйте. Он считает себя гулем, смотрите. Он dead inside. Всего минуту, мне пора выключаться. Удачи! Слишком длинный дубль. Всем здорово еще. Он спал. Ой! На левую ногу ты упал. Это серьезно. Ты хотя бы понимаешь, что ты наделал. Эта жертва у нас не очень. Ауч. Так, все. Теперь вы должны меня спасти. Парни, догоняйте. Он упал. Он упал. Он меня упал. На левую ногу. Он меня упал. Он ногу свой. Да. Вот. Вот мы. Привет. Следующая локация — этот закат. Давай, минута. Минута. Всем здравствуйте. Сейчас мы будем идти по не очень медленной дороге. Ну, короче, мы будем бежать очень быстро. Нам придется это будет сделать. Смотри, тут есть машины и всякие байкеры. О, боже. Сейчас, это автомобиль. Сейчас мы должны будем пробежать. Погнали. А нет, начинается... Погнали! Теперь головой! Всем здравствуйте! Сейчас мы дошли до озера. Но нам еще долго идти туда. Смотрите, я нашел дерево. Погнали! Это палаточный лагерь. Теперь тут утки. Утки окружают нас. Утки называются утка. Как их зовут? Yeah.
Всем привет. Нажми на лайк два раза, чтобы получить подписку. Если нажмешь на лайк два раза, ты не поставишь его. Смотри. Расскажи рецепт вафель. О, ты снимаешь, да? Да. Здравствуйте. Вот я могу вам рассказать про вафли. Сначала возьмите молоко. Они ураган делают. Она тебе ответила, Тим. Они ураган делают. Ураган. Ладно, смотрите, вам надо взять молоко, налить в миску, добавить муку, немного сахара, немного щепотка соли. Все. Или вы можете добавить яйцо для разнообразия, сливочное масло для разнообразия, щепотку соды. Оливка, стоп, нет, оливка у нас не нужна. Ну, короче, вот, залить в вафельделку. Ну, как она там, в вафельницу, да, мне больно. И подождать 5 минут, нет, стоп, 5 минут где-то. Там перевернуть надо, когда вы хотите, и у вас получится вкусная вафля. Можете есть с медом, с сливочным маслом, с сиропом кленовым. Вот. Вот, у вас они должны получиться очень хорошо. Удачи. Здравствуйте! Мы сидим у хорошего вида. Тут летают птицы. Кто это даже? Не птицы, это мухи. И мухи, и птицы летают. Да, вот, смотрите, как красиво. Птица-мухи. Мы сидим, отдыхаем, потому что мы долго шли. Вот это вот, вот всю вот эту вот дорогу шли. Короче, да, мы долго шли, вот. А потом ты смотришь, что к тебе прилетает мяч, и ты должен успеть сделать велосипед. Это разве не ножницы называются? Ну, странно, кстати, американцы называют этот трюк велосипед, а ножницы какой-то другой, боковой такой. У нас в русском переводе такой момент перевели. Мы поймали мышь. Это блог. Что с ней делать? Не знаю. Если мы ее... Блин, точно, если мы ее отпустим куда-нибудь, она за 5 минут к нам обратно придет. За 3 секунды.